Персильный. У нас есть специальная трава, место, мягкая трава. И пойдешь там бороться. Есть такое? Да, есть. У нас фильм снят, как они, девчонки, борются. Вот только надо будет ребятам раздеться до пояса. А женщины так. Так, сапоги, все это резиновые, все снимать днем. Они вредные. А я внесу, поэтому так. Так, внимание. Так же вы поможете. После вчерашней работы кто себя плохо чувствует? Мышцы болят. А? Мышцы болят. Отлично. Болят мышцы. Мышцы болят. Значит, нормальные мышцы. У больного они не болят. Они уже отболели. Вечером обедали, опитки хорошие, ужинали. Зверь. Все. Понятно? Это уже разово проходит. Вы не обожглись, потому что вы все время поворачивались, вы не загорали. Вот. Когда не загорайте. Вика жаловалась, мозоль у нее. Мозоль? Ее еще не видно. Ну, еще заживет. Мозоль это уже говорит о положительном, что ты ешь хлеб не дал. Мозоль это награда. Господи, слава тебе. Благослови нас, Владыка, святые истины. И освяти дары, которые твоя щедрая десница дарует нам недостойным. Не пройди мимо нищих сирот вдов, услыши. Пошли им все потребное. И научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи, жить по разуму, дарованному тобой. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Мы сейчас пока не садимся. Тут необходимо разговор провести. Просто необходимо. Нужда возникнет. Так, на это можешь оборвать. У нас разговор с Никитой будет. Он настаивает, чтобы ролик был составлен. Можешь